всегда ли и все можно и нужно прощать? Вопрос очень-очень сильный в том плане, что, по сути, это вся наша жизнь. А, знаете, люди как бы в своем социальном процессе жизненных устоев, они делятся на категории, где для одного человека форма прощения это нечто, что ему еще не характерно. То есть он не понимает, для чего, зачем прощать, и вообще какие функции прощения. И есть люди, которые уже начинают прощать. Почему? Потому что понимают, что форма прощения это очень хороший или уникальный инструмент освобождения. Есть люди, которые глубоко осознают эти процессы. Если взять, допустим, святого и обыкновенного человека, который, ну, как-то где-то каких-то пару шагов сделал к духовному развитию, то мы увидим, что форма прощения у них разная. У них существует процесс свой собственный, индивидуальный, и на самом деле это некая культура, которая характеризуется вообще прощением. Что такое прощение? Как, по-моему, прощение – это самый лучший механизм или инструмент для трансформации. Чего? Момент, когда мы говорим о прощении, мы говорим о чем? О людях, конечно же, о ситуациях. Есть люди, ситуации, которые приходят в нашу жизнь, которые всегда находились рядом с нами, но по каким-то причинам нам что-то в них не нравится. Вопрос – нам или им? А поэтому… Если мы посмотрим на это с другой стороны, мы увидим, что между нами и людьми есть карма, есть отношения, есть определенные какие-то задачи. Каждый человек, который приходит якобы раздражая нас или пытается, значит, как-то воздействовать на наше сознание для того, чтобы вывести из равновесия, это люди, учителя, которые приходят для того, чтобы предоставить нам возможность принять тот урок или те задачи, которые непосредственно прописаны в нашей общей карме. И когда мы начинаем сопротивляться, естественно, мы что делаем? Мы не трансформируем эти кармические узлы, которые принесли в виде каких-то ситуаций эти люди, и завязываем новые. Вопрос в том, когда и сколько нам нужно будет ждать и трансформировать эти новые узлы. Если мы говорим о прощении, то процесс прощения – это процесс принятия. Не принятие такого, что, мол, я жертва, я, ну, то есть у меня просто нет выхода не принимать. Поэтому я принимаю. Это не тот вариант. Прощение – это процесс принятия, это свобода, некая внутренняя свобода. Когда человек прощает, он абсолютно свободен по отношению к тому, как на него воздействует окружающий мир. Это абсолютно тот хозяин, о котором я всегда рассказываю. Это состояние гармонии, ровного состояния. Это процесс, который связан с глубоким осознанием жизни, потому что все люди, которые приходят к нам, это люди, которые приходят с чем-то. Наша задача отдать нам как, их как бы долг или отдать какую-то, значит, энергию взамен для того, чтобы, значит, обогатить карму или полностью трансформировать. Поэтому прощение – это универсальный инструмент, который позволяет трансформировать карму и как минимум дать ей сформироваться в будущем как нечто позитивное, как максимум трансформировать ее настолько, что ее в будущем вообще не будет. Это процесс прощения. Опять же, в процессе прощения существует очень много моментов, которые касаются именно характеристик самого прощения. Это процесс, который связан, как мы прощаем, для чего прощаем. Абсолютно, знаете, какие-то индивидуальные качества, эгоизм, ради чего мы это делаем, или не ради чего, или это абсолютное прощение. То есть само прощение, оно, знаете, имеет некую эволюционную систему проявления, самореализации, потому что сначала мы прощаем, потому что вынуждены прощать, потому что есть зависимость, есть некая выгода, а потом мы приходим к моменту, когда наша культура духовная настолько обогащается знаниями, что мы прощаем, потому что это наш образ жизни, мы находимся в этом состоянии. Поэтому прощение – это лучшее, что может быть. И в самом прощении существует механизм, который обусловлен глубочайшим осознанием процессов, глубочайшего осознания жизни. Это абсолютная свобода, тебя вообще ничего не цепляет. Ты не ограничен в своих видениях, в своих суждениях. Ты не критикуешь, не осуждаешь, ты не обижаешься. В тебе нет ничего, на чем залипают люди, которые пытаются тебя вывести из равновесия.
То есть в тебе нет этого состояния, нет этих энергий. Поэтому эти люди, во-первых, уходят, не то что они уходят, они уже не приходят с тем, с чем раньше приходили. С другой стороны, мы своим прощением этих людей учим, даже если они этого не понимают. Они учатся нашему смирению, нашему поведению. То есть фактически личный пример наш создает условия для того, чтобы изменить этих людей. Это лучшая форма для трансформации и освобождения других людей, которые находятся в внешнем пространстве нашей жизни и которые, возможно, готовы к каким-то изменениям. Возможно, маленьким, но они готовы, и мы им помогаем.